Белые сумерки тихо плыли над прогретыми камнями. Туман уже садился в низину, ветерок сник, и комары тучи висели над старшиной, а ему чудились в этом белесом мареве его девчата, все пятеро, и он все время шептал что-то и горестно качал головой. А немцев все не было, не попадались они ему, не стреляли, хотя шел он грузно и открыто и искал этой встречи. Пора было кончать эту войну, пора было ставить точку. И последняя эта точка хранила в сизом канале его нагана. У него не было сейчас цели, было только желание. Он не кружил, не искал следов, а шел прямо как заведенный. А немцев все не было и не было. Он уже миновал сосничок и шел теперь по лесу, с каждой минутой приближая скиту святого Легонта, где утром так просто добыл себе оружие. Он не думал, зачем идет именно туда. Но безошибочный охотничий инстинкт вел его именно этим путем, и он подчинялся ему. И, подчиняясь только ему, он вдруг замедлил шаги, прислушался и скользнул в кусты. Сотни метров начиналась поляна с прогнившим колодезным срубом и въехавшей в землю избой. И эту сотню метров Воскол прошел беззвучно и невесомо. Он знал, что там враг, знал точно и необъяснимо, как волк знает, откуда выскочит на него заяц. В кустах у поляны он замер. И долго стоял, не шевелясь, глазами обшаривая сруб, возле которого не было уже убитого им немца, покосившийся скит, темные кусты по углам. Ничего не было там особенного, ничего не замечалось, но старшина терпеливо ждал. И когда от угла избы чуть проплыло смутное пятно, он не удивился, он уже знал, что именно там стоит часовой. Он шел к нему долго, бесконечно долго, и в шаге остановился. Он еле сдерживал дыхание и теперь только ждал, пока успокоится сердце. Он давно уже сунул в кобуру наган, в правой руке держал нож, и сейчас, чувствуя тяжелый запах чужого тела, медленно, по миллиметру заносил финку для одного единственного решающего удара. И еще копил силы. Их было мало, очень мало, а левая рука уже ничем не могла помочь. Он все вложил в этот удар, все до последней капли. Немец почти не вскрикнул, только странно тягуче вздохнул и сунулся на колени. Старшина рванул скособоченную дверь, прыжком летел в избу. Хэнде-хох! Они спали, отсыпались перед последним броском к железке. Только один не спал, в угол метнулся к оружию, но Восков уловил этот прыжок и почти в упор всадил немца пулю. Грохот ударил в низкий потолок, немца швырнуло в стену, а старшина забыл вдруг все немецкие слова и только хрипло кричал и ругался черными словами, самыми черными, какие знал. Нет. Ни крика не испугались, ни гранаты, которой размахивал старшина. Просто подумать не могли, в мыслях представить даже, что один он, на много верст один одинешенек, не вмещалось это понятие, фашистские их мозги, и потому на пол легли мордами вниз, как велел. Все четверо легли, пятый прыткий самый уж на том свете числился, и повязали друг друга ремнями, аккуратно повязали,
а последнего Федот Евграфыч лично связал. И заплакал. Слезы текли по грязному небритому лицу. Он трясся в ознобе и смеялся сквозь эти слезы и кричал: «Что? Взяли? Взяли, да? 5 девчат! 5 девочек было всего! Всего 5! Они прошли вы! Никуда не прошли! Лично каждого убью! Лично! Даже если начальство помилует! А там пусть судят меня! Пусть судят!»